Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы с вами вновь на странице нашего сайта. Страница называется блокчейн. Вот здесь вот если промотать наш сайт немножко вниз. Вот эта кнопочка. При нажатии на нее сбоку на главной странице вы попадете вот на эту самую страницу. Страница посвящена следующему. Я уже об этом говорил, снимал видео. Надеюсь вы его Видели предыдущие два видео? Смысл вот в чем. Лаборатория первая. Первая. Пытается поддержать людей, знающих, думающих, стремящихся что-то сделать, что-то создать, что-то понять и так далее и тому подобное. И не просто сделать что-то. Понятно, что сам, самое основное это, э, это финансы, какие-то материальная поддержка и так далее. Мы предлагаем следующее. Мы... Предлагаем вам свои курсовые работы, дипломные работы, что-либо еще, исследовательские какие-то моменты присылать нам для того, чтобы поделиться опытом с другими людьми. Мы разместим эту информацию на страницах нашего сайта, и о вас люди узнают. У нас большая аудитория, много-много подписчиков, коллег и так далее. Соответственно, мы предлагаем, чтобы... Вы смогли себя реализовать, реализовать в каком-то исследовательском научном смысле, присылая нам какую-то информацию о вашей работе. Это может быть документ какой-то, PDF-овский документ лучше всего, который будет размещен на страницах нашего сайта, скорее всего, в разделе "Информация" и, соответственно, люди смогут узнать о вас, чем вы занимаетесь, кем работаете, какие исследования или дела мысли вас волнуют, о чем вы думаете и к чему стремитесь. За это мы готовы платить вам деньги. То есть это поддержка. Они у вас все равно эти курсовые есть, дипломы, там исследования какие-то. И за это вы будете получать деньги. Реальные деньги. Здесь вот об этом все сказано. Прочитаете, увидите сами. Это первое. И второе, более крупное. да. То есть почему блокчейн? Потому что мы сейчас имеем возможность без какой-то там без какого-то пафоса там и так, далее, и так далее. Мы не говорим об ICO, как бы какой-то финансовой такой мощной структуре. Мы говорим о том, что в рамках нашей деятельности с учетом появившихся у нас возможностей мы хотим поддержать психологов. Поддержать психологов, коллег в области работы с человеком, да, то есть заинтересованных в какой-то социальной работе. Ну и, соответственно, соблюдая принципы нашей организации, научно-практического центра, мы прежде всего направлены на социальную поддержку людей, которые этим занимаются. Помощью как методологической, программной, ну и в том числе в данном случае финансовой. Мы не просто даем деньги, мы направлены на то и нацелены на то, чтобы вы прежде всего развивались, вы совершенствовались, вы создавали что-то новое и получали за это, собственно, достойное вознаграждение. Какое можем, такое предоставляем. Но предоставляем честно, откровенно, без всяких там каких-то выпендрежных вещей. Написали статью, заинтересованы в том, чтобы о вас узнали, присылаете нам в формате PDF, и мы, соответственно, за это вам платим. Кроме того, мы готовы поддержать какое-то финансово поддержать, вот здесь это прописано вторым пунктом, поддержать какие-либо проекты, направленные на исследования человека в области наука человеке и так далее. То есть речь идет, первое, о публикациях как таковых, которые вот уже есть у вас, а второе, речь идет о том, что если у вас есть какая-то идея, а я знаю по собственному опыту, не первый год на этом свете живу, что это очень важно, иметь какое-то финансовое основание для того, чтобы что-то сделать, что-то создать. Возможно, у вас есть какие-то проекты, идеи и так далее и тому подобные вещи. И мы готовы вас поддержать тем, всем, тем, чем можем. И это опять же речь идет о финансовой поддержке прежде всего. Финансово поддержать. Это скорее всего также будут криптовалюты. Но их всегда можно легко обменять. Обменники существуют, их сотни этих обменников. Вы можете этим заниматься самостоятельно, то есть завести себе криптовалютный кошелек. Имеется в виду биткоин кошелек или кошелек, поддерживающий альткоины, эфир, кэш и так далее. И соответственно, если у вас есть потребность в какой-то финансовой поддержки в вашем исследовательском проекте нужно какое-то оборудование компьютеры принтеры я прекрасно сам это на своей э, системе на своем научно-практическом центре представляю как это трудно бывает и мы готовы возможно поддержать ваш проект если он будет действительно реальным какое-то исследование лабораторное исследование опрос социологический опрос на да, мало ли всяких возможных вариантов может быть сотни и тысячи и для этого, конечно, нужны какие-то деньги, финансирование. И мы готовы вам в этом помочь. И здесь помочь, и здесь помочь. То есть, если вы что-то делаете, что-то о чем-то думаете, к чему-то стремитесь, мы это только приветствуем. Ну и вот так вот скромно предлагаем вам свою поддержку безвозмездно. Соответственно, или за публикации, или за какие-то будущие разрабатываемые вами проекты, дела и так далее. Вот, собственно, чему посвящена вот эта страница блокчейн. Мы сами принимаем блокчейн. Да, вот здесь вот можно нам помочь, если вы можете это сделать. И, соответственно, мы сами готовы отдавать чтобы какие-то финансовые средства, чтобы помочь вам. Вот о чем идет речь в этом видео. Ну, пожалуй, на этом все. Если будут какие-то вопросы, можете писать мне непосредственно, Бороздину Виктору Николаевичу, на электронную почту основную brain.ru.sobaka.gmail.com Можете отписаться под этим видео, поставьте лайки или еще что-то. Но вы меня понимаете. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!